Ну что ж, народ, мы продолжаем. Извините, что там оборвалось в прошлый раз. Я решил, чтобы без монтажа было там. Борвать пришлось. В любом случае, мы продолжаем с того же места. И у нас тут адские гонщики, которые нас зарезали. Мне интересно, что изменится после того, как я вступлю уже в чей-то клан, в гильдию. По фракцию как-то. Мне интересно, что изменится. Ну, изменится то, что меня отменят задание по вступлению во все остальные гильдии. Это я сразу понимаю. Что меня отменят задание, скорее всего, по вступлению. Что, конечно, печально, но... О, чувак, я тебя не добил. Или мы тебя не добили. Мы же команда, мы работаем все вместе. Вот командная работа. Да, да, я не забыл о том, что мы должны искать твоих пацанов там. Я решил немножко осмотреться дополнительно. Follow me. Да, когда дерешься, спускайся вниз, у нас тут весело, тоже драка. Понятно, что от миньонов тоже можно защищаться и ставить блоки. Я, в принципе, мне кажется, уже готов даже добывать черное сердце и все такое. На острове, на Антигве, я думаю, уже готов вполне таки добывать это черное сердце. Но я как-то предпочту подождать еще немного. Да ты там делись, я сундук покрываю. Золото, кости. Ну, кости, я не знаю, продам их, наверное. Что? Мы провалили, что ли? Ну, печалька, ладно, придется загружаться сохранение. Надо было ему помогать. Видимо, он слишком он слабый, видимо, чтобы без меня справляться. Зря я его бросил. Я думал, как он, как и все остальные персонажи, бессмертен. И то есть это, ну, все ради квеста тут. Ладно, придется драться вместе с ним, чтобы он не сдох случайно. Да, драться на лестнице не очень удобно. Просто проваливать квест, сами понимаете, не хочется. Кстати, я думаю, когда я присоединюсь к ним, ну, как к фракции, то наверняка они согласятся помочь на Антигве. Справиться с этим флотом. Так они им самим нужны, союзники этим парням. Да и у них корабль есть, я видел в порту. Так что наверняка у нас и корабль свой появится, и мы сможем помочь на Антигве. Так что будет довольно выгодно всем. Keep behind me. Sorry, can't chat just now. We've got company. Ребята, вам нравятся голоса, вам нравится озвучка? Мне, в принципе, да, довольно интересно. Акценты, кстати, разные слышатся очень. Но в основном британские. Что интересно. В основном слышится мне тут британский акцент. Follow me. Да, да, я иду за тобой, да. Нам далеко, кстати, еще. Ну, да нет, мне кажется, уже почти. Уже мы уже почти там. That one's mine. Может, кстати, мне здесь и черное сердце, наверное, это неплохо. Сразу двух зайцев одним махом.
итоге, может быть, я пойду на неудержимых, ребята, и увидите рецензию на них на моем лайв-канале. Кстати, лайв-канал в описании, можете зайти там, посмотреть, оценить, как оно вам. Так, ближний бой, проворство. Даже не знаю, что мне нужнее сейчас. Или выносливость. Мне кажется, проворство мне довольно-таки нужно. Потому что для многих навыков требуется проворство. Да, применить. И, пожалуй, дальний бой надо улучшить. Все-таки я пользуюсь им иногда. Все, и потратил очки. Очки славы. Да, о, я думаю, так, это точно тот парень, что нам нужен. Вот этот зеленый, это наш герой. Yeah, I see him. The greatest nightmare that Kalidor has ever faced. These Shadow Lords are a. That bastard has all. Так, выйти. Грок, надо подготовить. Ну, в принципе, я готов, ладно. Вот так. Yes. Черт возьми, ну и ударил. Не, он поддается урону, я уже испугался, что он будет супер непробиваемый. Не, он пробиваемый. Очень даже. А у него критический удар. Не, он. Блин, ударить его сложно. Где там мои сражаются, ребят? Надо им помочь, чтобы они мне помогли. Навыки взаимопомощи, ребята. Блин, мы половину здоровья ему снесли, ребята, чуть-чуть. Половину снесли, мы все, значит, можем снести. Ух, повержен. Видишь, парень, можешь ведь? Ну да, с нашей помощью один он не справился, мы это уже видели. That's it for you, you foul beast. Only good beast, the dead beast. The Shadow Lord is no more. Really? Глазки огромные. Are you absolutely sure? He's never coming back. Thank the heavens. I thank you. Don't mention. I need to get back to the Citadel. The others await. Farewell. А мне нужно забрать сердечко. A raw black heart. Oh, it smells terrible, but it does have a certain magic. Не, ну это я уверен, что определенная магическая сила там есть, даже более чем определенная. Но теперь, когда будем на киле, можно будет сделать сразу много дел, потому что я помню, что на опыт будет. Потому что я помню, у нас там больше одного задания. Флаг пиратский надо забрать и, ну, и сердце. Вот это использую, чтобы очиститься. Ну, кость, будем очищать его костью, невидные обезьяны. О, двоих сразу. Убить бы двоих сразу. Ну, за это здесь вряд ли дают очки, вернее, вряд ли не дают очки за двойное убийство, так как мечом ты двоих. В теории можно убить, но не в игре. Что же, осмотрим тут все, может. Что-то интересное тут все-таки есть. Ну, должно быть. Может, даже в этой башне. There's no end to these foul creatures. Ну, как видите, проход сюда есть, значит. И что-то интересное тоже тут есть. Кости, ну да, что тебе сейчас скелет может дать? Черт. Некромант. Записи некроманта. Черт, жалко. Я бы открыл. Костя. Надо бы поизучить эти записи некроманта, снаряжение, все. Полная энергия, записи, записи. Старый ключ.
Даже не знаю, где здесь письмо Гарри. Но открывать его я не буду, конечно же. Вот записи некроманта. Что-то, ну, явно неинтересно. Я не стал зачитывать, я глазами пробежал своими. И нет, не особо интересно письмо. Это пырь. Как стрыга в Ведьмаке на тебя бросается. Бронзовый пистолет. Бронзовый пистолет, вау. А, кстати, что там за рапира мага? Она что, очень прям сильно? Колюч 35, 50. 30, 60, даже не знаю. Для лазурного клинка только разве что не хватает золотой руды. Колющие мечи. Я не знаю, мне мой меч нравится. Как-то я с ним подружился уже. Ну все, скелет мы обчистили. Миньон. Сейчас это вроде пострашнее остальных, но мне кажется, что у него есть рога. Не, ну, по сути, он тот же миньон. Так что проблем быть не должно. Вдвоем всегда проще. Один отвлекает, другой наносит сокрушающий удар. Алтарь, гримуар. Еще один полет попугая. Я себя мог отсюда убраться при помощи полета попугая. Причем сократил бы львиную долю пути. Ну, как-то я не знаю. Напарника своего бросать тут тоже не очень приятно было бы. Лично мне. Золотой кварц. Это явно дорого продастся. В принципе, куда нам дальше нужно идти? Нам нужно искать других бойцов с нечистью. Древние знания. Книга заклинаний. Это не тот гримуар, он хотел от меня случайно. Так, старин гримуар, в принципе, есть книга заклинаний. Гримуар, точно, значит, я нашел то, что нужно. Правильно, значит, я не зря сюда пошел. Очень даже не зря. Крупная добыча. Письмо для Гарри. Если я установлю метку, то она меня как-то приведет? Нет. Крупной добычи у меня так и нету. На Кире, ну да, сокровища есть, мартышкин труд. Древние знания. Оружие, кила. Я думаю, просто... А точно, да. Новые соратники. Древний договор. Мне нужно идти... Да, вот сюда, в эту долину. Тут целых двое. Есть. Ну что же, я думаю, мы пропустим то, как я буду идти в эту древнюю долину. Это не особо интересно, и там мы уже с вами встретимся. Черт, он появился из ниоткуда. Он просто бежал в какую-то сторону с огнем в руках. Поэтому я как-то удивился. Но я побежал за ним, наверное, какую-то тварь где-то учил. Но в итоге огонь исчез. И мы теперь можем говорить. Humans are the last thing I would have expected in the... I would be very careful, but I guess you... What are you doing here?
I visited a place that is closely tied to the power of the shadows. This location may not seem particularly precisely what I... What sort of experiment? We mages have been considering the problem of the shadows for some time now. Their attacks seem too structured, too planned, to be guided by the sort of... It's clear that they operate according to a hierarchy. I'm working on an incantation that should be able to reach the leaders. What do you mean? It's possible to force shadows from the underworld into our world. We can only defeat them here. But as yet, we have been unable to reach their masters. My incantation might make it possible. How does an invocation like that work? First, you summon the lowest servant of a shadow leader. The power unleashed by this invocation, that way you can work your way up to their actual... This could be a great leap forward in the study of... Let's start. You want to? I have no idea how many servants work for a master of the shadows. Once I've started the incantation, there's no turning back. Ну ладно, the spell will continue to work until the entire... Are you sure? Цена жизни, ну... Сейчас, я только сохранюсь и вперед, ну, уже капитально. Ну что ж, ладно, я готов. Let's begin. Думаю, будем, right. будем вступать в клан, но ладно, я готов. Разла, вертиго, хиракар, варлава, крафра. Ну и что дальше? Good to see you too. Good to see you too. Я думал, я перемещусь в какой-то противоположный мир или еще куда-то, но нет. Пока что все осталось по-прежнему. О, Рафаэль Розаха. Понятно. Да, что-то поменялось. Кстати, этих собачек раньше тут не было. Ладно, этот мод, в принципе, подходит для драки. И место есть, и все так. Драться на ладно. И опыт поднакопим. Так, телохранители дальше идут. Что повыше рангом. То есть, как я понимаю, всех будет по 5, кроме самого Эля Розаха. Вообще повезло мне, что я его встретил, этого колдуна. Или этого мага огня, если быть точным. Эти парни, они мощные, честно говоря. Но маг огня не слабее. Это уж точно. О, собственно говоря, сам Эль Розах. Выглядит он не очень привлекательно. Я бы себе домой такого питомца не хотел. Сейчас навалимся и добьем. Да, готов. Жалко, оружием теней пользоваться нельзя. Только подбирать. Опять он куда-то бежит. И куда вы бежите? Кого вы находите постоянно? Где-то хрен знает где. Мне казалось, мы всех победили. Где-то за стеной. Have we done it? It looks that way. That was that seems to be the normal size of a shadow. For now, the knowledge gained. Thank you for your help. I'm going to ponder this for a while. Perhaps I can improve the spell to omit the minor servants. But I will probably never try something like... At best, I'll do it in the mage's camp. Понятно. И Смит что нашел золотой кварц. Ну, в принципе, опыт мы набрали, и это уже ценно. Опыт мы набрали приличный, денег получили.
Так что да, это был очень хороший эксперимент. Я его одобряю определенно двумя руками. Прям как Рэй Уильям Джонсон в своих видео постоянно говорит, что он одобряет. Это видео. Так быстрее. Надеюсь, наш товарищ сможет проследовать за мной. Обойдет. Вроде несложно обойти. Thank you for... Он будет... Я его не видел в таверне, если что, кстати говоря. Так, можно пойти к этому дому. Что я, наверное, не сделаю, потому что я там еще не был. Можно было бы сразу на задание, но нет, я пойду к дому. И на этот раз по дорожке, чтобы не запутаться, не заблудиться. Сырая, нет, сырую рыбу мы... Вы знаете, кому мы ее продаем. Собственно говоря, надеюсь, увидимся у того дома, если там есть что-то интересное. Смотрите, да тут люди живут, наверное, охотники. Now that's a surprise. Поговорим с ними. A stranger out here. What's your name? My name is. Shh. Did you hear? Something is rustling. You have to be damn careful around here. Is it dangerous here? Well, out here you have to have eyes like a hawk. There are beasts everywhere. So, a chap like you is a welcome change. Although, if there were no beasts here, I'd have no food on my plate. Only the big ones give me real trouble. We are after the same prey. A great hunter like you must do well. You are right. Observe the laws of the forest here. О, спасибо. Big fucking creatures, just my thing. Really? You do realize they can tear a grown man to pieces, нет, don't you? Don't expect hunting. This place is remote. Yes. And but here, just a moment. Aren't you afraid of the shadows? Why should you think the thick walls of the city? But you are mistaken. Here, I know every part, and if it comes to a fight, I have more con. So what is there to hunt here? Any kind of beast you can imagine. Я уже заметил. But if you listen closely, an animal. Maybe you'll run in. It must. I'd advise. You're a. What? Выдирание когтей. That's done in almost the same way. Simply pull on, if necessary. Cut the soles of the feet. How do I extract magical animal? That's... Look at the animal closely. The rest depend. You must take. They lose. Then, let's hope they won't turn the tide and hunt us. Take your weapon. Just one more tip before we tackle the beasts. They are lightning fast and have sharp claws. You need a quicker mind and a sharper blade if you want to survive. Ладно, я такой. Не зря я зашел сюда. Думал, что, ну, видите, по пути как все встречается. Я думал, время потрачу. Ну нет же. Время я тут не потратил. Это определенно так. That showed him. Да-да, я иду, я иду. What are you waiting for? Я жду, ну, мне собрать вещи тут надо ценные. Вот и темные твари пришли. Знаете, слава, что мы не делим опыт с напарниками, как было, я не помню, в какой гости, по-моему, в третьей. Там делится опыт с напарником. Да вообще, о многих РПГ делится с напарником, а прикольно, опыт весь тебе.
эгоистично. Эгоистично, зато мне же лучше. All right. Сколько телепортов я открыл на этом острове. Вот этот остров я, кстати, по-моему, больше всего уже исследовал. Ну, его и проще исследовать, на самом деле. Тут поменьше холмов. Ну, холмы есть, но чуть другого типа. Уже мой товарищ запропастился. Сейчас я немного пропустил его из виду. Ленька, как пропустил? Упустил. Да, точно, вон там. Бронх уже прилично так отошел. Don't worry, I'm coming. Хитрый дракон Кусака. На то, что он хитрый, он не стал сильнее. Я так думаю, по крайней мере. Сейчас, подожди, я сейчас в водопад уже упаду. С такими темпами. А он там еще бегает с кем-то. Один есть, сейчас будет два. Два есть. We should split up again. Yes. Не-не-не, мы вместе идем, извини. Я не хотел разделяться еще. My father used to be a hunter himself, but then the jungle came alive and took him. The creatures are dealt with. Thank you. I hope there are no more of them. Конечно же, их больше нет. Here's your share of the booty. What are you hunting next? Only the. You need to listen to it whispering when the wind caresses. I've heard. Take care of yourself. Хорошо, спасибо. Да, было интересно. Крупная добыча. Продолжим охотиться на демонов, хотя мы и не начали. О, кстати, смотрите, тут ведь можно перейти, да? Это короткий путь. Поднимемся, значит, на самый верх и обойдем. Надеюсь, карта не обманывает. Потому что если она обманывает, было бы очень печально. Она ведь может обманывать, ребята. Не, по берегу мы явно не дойдем. Здесь где-нибудь подъем. А, вот это похоже на подъем наверх, но... Не знаю, посмотрим сейчас. А что, если я превращусь в попугая? И поднимусь наверх? Это может быть хорошим вариантом. Правда, наш напарник-то останется внизу, но... Хотя не-не-не, он внизу не останется. Тут можно лезть по скалам. Ну, напарник, ты с нами или придется без тебя тут самому отдуваться? Круто, как здесь возможность быть попугаем. А, немножко осталось. В крайнем случае, я уже подумал, что я всегда могу вернуться назад. А, да, он поднимается за нами. Тогда не будем торопить события, дадим ему подняться. Опа, немножко перебирается. Хотя, ладно, пройду вперед. Не-не-не, я пошел... Ой, все, уже поздно. Рудный голем. Кто-то говорит голем, но не знаю, мне нравится говорить голем. Голем.
Глем, это у меня лопатка для переворачивания стейков, а это голем. Кинжал, кстати, всегда в цель попадают. Может, просто не кинжал? Я представляю, сейчас наконец драки Эдгар придет, и я скажу Эдгар, уже поздно, подрались уже. Не зря поднялись сюда, рудного голема нашли. Сердце это тоже ценная штука, ну сердце голема я имею в виду, не просто сердце. Ну хотя да, сердце того демона, но тоже нам на пользу. Чувак, ты где? Ладно, видимо, придется без него. Я уже думал, рычаг какой. Нет, это никуда не ведет. Тут, кстати, башенка есть. Как-то мне не кажется, что нам нужно к ней. О, Эдгар, привет! Тут добрался. Там мне. О, дерево. Травовый корень. Ну, по дереву сейчас, я думаю, и перелезем. Попробуем, по крайней мере. 8. Термит. Раньше были пауки, теперь термиты. Я движусь вверх по иерархии насекомых. Смотри, еще такая темная тварь. Страж теней. Как не хватало, на самом деле. И так все плохо, нежить, страж теней. Надо ему помочь, там тяжко. И мне нелегко, но... Термиты донимают. Один, минус два. Что, возьми, на топарник, не упади в воду. Ты мне еще нужен. Фух, готов. Зеленое сердце, да, зеленое. Ну, сердце у нас нужно уже есть, так что, в принципе, пока что все складывается как нельзя лучше, как по мне. Вниз спускаться я не хочу, пойдем именно туда, куда нам нужно попасть. О, автосохранение, круто. Обожаю автосохранение. Полезная штука. Так, проворность, влияние. Что нам нужнее? Выносливость. В принципе, нам все там нужно понемножку качать, но... Так, о, нам пробежать надо. Мы можем там драться, там... Я понял. Тут портал, ну попытаемся его закрыть. Может, закроем. Что-то вот здесь эти твари сильные. Не такие, как внизу. Ну да, это же их территория. Рядом с порталом.
Ты меня достал. Спусрада... Убери свой спусрада от меня. Скайрим. Я знаю, многие ждут, когда я начну играть в Скайрим. Но, ребята, тут столько разных РПГ от меня ждут, что мне не под силу столько всего. Ну, сундучок. Ну ладно, мы попытаемся закрыть портал, ребят. Все равно, мне кажется, в итоге надо будет этим заниматься. Просто я уверен, что в итоге финальное задание в игре будет закрой все порталы. Золотишко прилично взяли. Ну да, в такой глуши только приличное золото будет лежать. Никто его трогать-то не будет. Если бы я хотел что-то спрятать, я бы спрятал на этой горе. Потому что я бы знал, что охрана бесплатная. О, адский сатана! Уже с севера. Тут мне не хватало уже имеющихся тварей. Черную пырь. Мне нужны еще люди, мне нужны еще помощники. Это много. И слишком много, мы не справимся с такой толпиной. А, кстати, магия, что у нас есть, срочно. Нет, хотя нет, что срочно, время есть, Так, рунная кожа. Клинок демонов, да. О, это тоже полезно. Так, и вот это, да. Достали. Несмотря на мою мы довольно большую скорость. Где мой помощник вообще? Чего я дерусь один? Или его съели там где-то, он валяется, где мертвый. Не дерусь, если он где-то мертвый валяется. А вот он пришел. Скелет. Парень, ты куда все время видимо, с холма его скатывает? Не, побить его можно, это я вижу. Цель сохраняться во время боя можно. Вы же теперь пока сейчас нельзя сохраняться во время боя. Вот это молодцы разработчики, позволяют сохраняться во время боя. Могу как тебе. Пусть я ее уже завалили там раз 100. Эквина, я уверен, нас ожидает вот такая же тварь, как эта, только она будет посильнее. Ну, блин, чувак, просыпайся, ты мне нужен. Все понимаю, жизнь тяжелая штука, но ты мне нужен. Потому что мне огненные стрелы этой твари мешают. Наверняка там сидит парень внизу, который скажет, нам надо закрыть этот портал. А я скажу, а я уже закрыл.
Хоть меня бить и есть. Я этого не хотел, я тебя не просил. Чё, крысы даже есть. Что-то он разъярился. Ну да, уже при смерти. Практически один ударом остался. Я бы тоже дрался, как будто я, не знаю, хотя умираю, если бы я умирал. Уже Скаладора выполнил. У меня такое ощущение, от этих миньонов проблем больше, чем от большой твари. Да, потому что не умеет ставить блок, эта тварь не умеет. И уклоняться эта тварь тоже не умела. При жизни. А, чувак, тебе было очень плохо, и тебя, по-моему, убили раз пять. Но мы победили, можешь меня поздравить. Все благодаря мне. Тебе нужно собрать все это добро. Просто за него заплатить как следует адская гончая. Личные вещи, да, их тоже надо собрать заранее. Кончи, для меня уже не проблема после того, что... После того, с чем я тут уже успел подраться. You're never getting up again, you damn shadow. Так, личные вещи собрали. А где портал? Тут есть портал? Тут ведь должен быть этот портал. Можно кристальчики подобывать. Ну тут тоже довольно подробные настройки персонажа. Просто Лиза играет в третьих Симов. Так, сырая куриная ножка. И, смотрите, этот парень стоит как тут, как ни в чем не бывало. Теперь он понял, что я здесь. Рок. Он не камень. Поговорим. I've never seen you here before. No. Sails and planks under my feet drove me here. I see. You picked a bad time to turn up here. The Iron Bay is nothing but a grave now. And death doesn't spare new arrivals. I can't even manage to pay my last respects to all our fallen men, damn it. What can you tell me about the Green Fires? What was it that was written in the old scriptures? The green fires have always flared up if a black shadow threatened to devour humanity. And what does that mean? I've got no idea. That was just the way it was written in the books. Our forefathers followed their call, and it's about time we do the same. Ну, ладно, а помощь-то нужна? Do you need help? I need to retrieve their personal belongings. You want to loot their dead bodies? Yes, damn it. The right of the demon hunters demands it. These items will serve. What's wrong? When your friends and companions fall in battle next to you, you don't feel like celebrating. Which battle are you talking about? The leader of our order commanded us to cleanse the area of shadows. As it turned out, the whole campaign was a sheer suicide squad. But we still managed to close the crystal portal. А, понятно, почему я не нашел портал. The crystal portal is closed. That's good news. Is it? The leader of the demon brood is... No, we have failed. We have brought shame upon our ancestors. Suicide Squad doesn't sound too confident. Да, это... It's a cruel and merciless war. But we will win. The plans of our druid Eldric may require sacrifices, but they're worth it. I'll get your companion. Good. And no matter, I will dig. We can't just let them rot. Here. Thank you.
You fought well, brothers, and you won't be forgotten. Rest in peace. What can we humans do against so much death and destruction? Pull yourself together. You're still alive. It's easy for you to talk. Those are not your friends who are buried there. No, but if they were, I'd know who to settle a score with. You know what? You're right. I will avenge my friends. Finally, we understand each other. Excellent. I'll... Ну, в принципе, все. Я не знаю, как мы их хоронили, если бы тут были демоны. Ну, как-то вот все получилось. Теперь нам нужно спуститься еще чуть пониже. И поговорить с последним парнем. И мы, я валюсь в ряды охотников на демонов. Ну, как бы должен влиться. Как я понимаю. Кстати, продолжим мы в следующей части. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Также делайте посты ВКонтакте. Просто можете рассказать друзьям, ребята. До следующего раза.